23 июня от обширного инфаркта скончался экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Незадолго до смерти артист пожелал, чтобы его кремировали. Родственники исполнили последнюю волю усопшего. Часть праха они захоронили на Троекуровской кладбище в Москве, а другую развеяли над озером в Германии, где Юрий любил отдыхать. На церемонии прощания присутствовали более 15 тысяч человек, среди которых были родственники, коллеги, друзья и почитатели творчества артиста. Теперь могила певца стала местом паломничества его поклонников. Фанаты приносят сюда цветы, сувениры и игрушки. При такой активности родственники испугались, как бы капсулу с его прахом не выкопал какой-нибудь ярый поклонник творчества Шатунова и тем более не продал, назначив за него крупную сумму денег. Поэтому было решено залить могилу бетоном. Это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста, рассказал концертный директор артиста Аркадий Кудряшов. Кстати, из-за работ по установке бетонной плиты с могилы исполнителя хита «Белые розы» исчез крест. Его планируют вернуть уже сегодня, а затем засыпать бетон землей. В следующем году, по словам Кудряшова, будет установлен памятник артисту. Семья Шатунова объявила конкурс на лучший эскиз памятника. Родные Юрия также пообещали, что выставят обсуждение идей памятника на всеобщее обозрение. Высказаться на эту тему сможет каждый желающий. А после объявят имя скульптора, который займется его изготовлением. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!